Вот так записывает. Сёма тут включил мне камеру. Поэтому мы с вами начинаем новый влог. У нас все как обычно. День уже к середине ближется. Мы только пришли в себя. Мы с Сёмой раскрашиваем водную раскраску. Надо, кстати, еще посмотреть. А хотя, у тебя скоро день рождения. Твоим бабушкам скажем, чтобы они тебе какие-то водные раскраски подарили новенькие, да? Нет, кран. Кран? Баба. Баба, кран. Пики. Ну, родители тебе подарят. Нет, баба. Ну, посмотрим, какие у тебя будут подарочки. Будем отмечать день рождения, к нам в гости приедут. И будут тебе дарить подарки. Но это будет только через 1,5 месяца. Сейчас? Нет, не сейчас. Сенька там. Господи, барахтается. Лечу. У нас сегодня с утра. С утра Сёма очень капризничал. Ну как, он ходил, хныкал, потому что ему нужно было идти в магазин. А я вообще даже на улицу, наверное, сегодня не буду выходить, потому что опять погодка просто жесть. И он так за мной по пятам ходил и хныкал, 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 хныкал. Да? Очень веселое утро было. Но, несмотря на все обстоятельства, Сеня сегодня даже 5 минут поспал в своей кроватке. Ну, а потом на ручках. Хотя бы без особых истерик сегодня все. У меня тут обнимашки с обезьянкой. Тут ты меня душишь чуть-чуть. Мама. Ау. Ты обезьянка. А, все детки выспались. Сеня поспал 1,5 часа. И 1,5 часа из них он спал один. Я успела спокойно попить кофе. И вот сейчас мы пришли играть, Сёмка тоже. Они опять в одно время, короче, проснулись. Но Сеня немного больше спит, получается, чем Сёмка. Ау. Ой. Доставай. Так. Держите, у нас тут один ребенок перевернулся. И хочет обратно, но еще не может. Агу. Агу. Кто там? Хочешь посмотреть в камеру? Кто это? Давай, пожалуйся. Что жалуешься? Ой, елки. Сёма. Сёма тут разрушит пирамидку. Короче, мы развлекаемся. Сегодня, кстати, папа Сём. Сёма, папа сегодня пораньше с работы приедет. Нет. Без машинки он приедет. А, так он тебе и не обещал же машинку. Ты что, не радуешься, что папа приедет? Надо радоваться, что папа приедет. Будете с ним играть побольше сегодня. Не чуть-чуть, а много поиграть. Будешь с папой много играть. Все, волосы, маме, аккуратнее, мне больно, пожалуйста. Ну все. Ну, Семочка, без машинки. Ну и так тебе недавно купили, и ракету купили, и машинку. Кстати, где твоя ракета? Покажешь, как ракета летает? Давай на камеру снимем, как она летает. Давай? Нет. Нет? А какие еще машинки тебе купили? Папа тебе ракету купил, а мама машинки эти пожарные, да? Где они? Нет. Так целый день. А. Ну мы же с тобой уже разговаривали, почему много нельзя покупать. Надо сначала играть со всеми, которые у тебя есть. Нет. Ты уже даже забыл, сколько у тебя машинок. Если все достать и посчитать, их будет очень много. Арсений. Нет. Сеня меня облизал. Ты чё? Нет, моя. 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 Это моя камера. Ну-ка, поснимай маму, раз ты говоришь, что твоя камера. Поснимай маму. Маму видно? Так ты поднимай вверх. Вверх поднимай. Видно маму? Угу. С братиком видно? Угу. Ребятки, смотрите, как я делаю. Я сейчас включу таймер на 20 минуточек. И за эти... Я сегодня просто включила мультики, у меня есть немного свободного времени. И за эти 20 минут, пока Сеня сидит в шезлонге, а Сёма за мультиками, я делаю домашние дела.
Я прям ставлю реально 20 минут. И за это время все, что успеваю, быстро-быстро-быстро, просто без остановки, можно сказать, делаю какие-то все мелкие задачи. И так довольно-таки продуктивный день выходит. Но сейчас не знаю, что-то Сеня тут немножечко капризничает, даст мне это поделать или нет. Я еще попробую поснимать, поэтому, вероятнее всего, я дело успею меньше сделать, но... хоть что-то нужно сегодня постараться делать. Сегодня не готовила, но какие-то мелкие вещи все равно. Да, есть. А тебе, давай-ка я тебе книжечку дам. Ладно, все, пошли, ставим таймер и побежали. Начинаю я с того, что пополняю баночки, в которых закончилось средство. У меня большие бутылки хранятся в шкафу, и в маленьких дозаторах у нас стоят в ванне, в контейнере стоят шампунь, мыло для детей, там гель для душа, которым Сережа пользуется. И сегодня я решила сделать дело, которое очень давно откладывала, это сфотографировать вещи на продажу. И пока я фотографировала, у Сёмы случился снова приступ капризов. Он снова хотел идти гулять на улицу, но он хотел не то, чтобы просто погулять, а зайти в магазин и купить какую-то себе новую машинку. Он на стол залазил и капризничал, и мешал мне. Ну, в итоге я его взяла на ручки, жалела-жалела, но пока он полностью не прокапризничается, не проревется, ничего не поможет, так что просто стараюсь не обращать на это внимания и как-то пытаюсь в течение дня объяснять, что каждый день по несколько машин мы не можем покупать, иначе нам просто негде будет жить, так как вся комната будет завалена игрушками. Я не знаю, как у нас так получилось, но раньше у него прям очень мало игрушек было, ну, в сравнении с другими детьми. И в какой-то один момент Сережа стал ему очень там часто, там раз в три дня покупать, там раз в два дня машинки. И как-то Сёма привык, и потом начал просить. Ну и вроде как не откажешь, потому что вроде как мелочь, и ребенка порадовать. И вот дошло до того, что он каждый день просит машинки, но каждый день, естественно, мы ничего не покупаем. Прошли мои 20 минут. Успела, конечно, не очень много, но зато успела наслушаться. Я сейчас пытаюсь фотографировать вещи маленькие. Нету. Сёма ноет, что ему нужна машинка. Сеня вроде пока спокойно сидит, но иногда подхрыкивает. Нету. Но я тебе говорила выбирать. Я тебе давала на выбор скорую помощь или пожарных. Ты выбрал пожарных. Нет. Да. Нету. Да, ты выбрал пожарных, поэтому мы их купили. Нету. Надо было сразу хорошо думать. Да. Да. В следующий раз подумаешь. Бил. Да, в следующий раз будешь лучше думать, какую выбрать тебе хочется. Ладно? Бил. Скорую помощь. Да. Понятно. Идешь мультик смотреть? Сейчас уже через 5 минут включаю. Да. Гулять мы не пойдем сегодня, холодно. Кто? Сёма. Сёма. Что будем делать? Блин. Да. Ребятки, у нас выспался Сеня. Все время на ручках. Больше часа он спал. Я Сёма попросил блин. Нет, давай другую сковородку, маленькую возьмем. Мы сейчас будем делать этот блин. Блин. Я не могу, просто сейчас новости слушаю. Блин. Вот Сёма называет блин омлетом. Сём, ты камеру уронишь. Давай доставать, пожалуйста, все. Что нужно для блинчика? Вот это омлет. Сейчас он будет смешивать все, да? Будешь смешивать? Нам нужна вилочка, доставай. Ой, Сенька, ты что там делаешь? Вилочка. А я смотрю новости, конечно же, я в шоке. Ну как? Ты вроде ничего не ожидаешь, но на самом деле ты уверен, что так будет. Отвлекаемся, будем сейчас делать омлетик. Надо было другую вилку, Сём. А как ты ее мешать? Молоко. Я молоко. Давай сначала яичко, потом молоко. Я. Да, сначала яичко. Надо большую вилочку взять.
Сеня там, огу, огу. Скоро папа приедет, он сегодня пораньше вроде с работы приехал. Давай, держи и разбиваем. Давай. Разбивай. О, господи. Сема. Бибей. Разбивай. Да. Ну-ка, чуть-чуть сдвину тебя. Биби. Еще один. Я всегда боюсь за свои руки в такие моменты. Все, размешивай. Нет, надо два хватит. Арсений, подожди, еще надо соли чуть-чуть. Ну еще давай, еще. Еще можно было налить. Еще наливай молока. Да. Еще можешь чуть-чуть. Давай. Все, хватит. Так, размешиваем. Я молоко. А все, больше не надо. Я молоко. Ты налил молока. Идем. Сейчас мы сначала сделаем блин. А потом... Давай, мешай, тут уже сковородочка нагрелась. Ты сначала сделай блинчик, потом попьешь молока. Сема, сначала надо... Подожди. Сначала нужно дело доделать, а потом нальешь себе молочка попить. Хорошо? Нет. Давай блинчик доделаем. Выльем его, да? Будешь выливать? Молока. Ты будешь блинчик выливать? Молока. Ты блинчик будешь выливать? Молока. Ты блинчик будешь выливать? Молока. Больше молока сюда не надо. Мама, молока я. Давай блинчик выльешь. Молока я. Потом молочка попьешь. Аккуратней только. Молодец. Ого. Ребятки, всем доброе утро. У нас тут снова готовка. Мы с Сёмой делаем тесто для блинов. Точнее, для панкейков. Да, сыпь. Сёма сыпет муку. Я мешаю. Мам, а. Как? Да, молодец. А я сейчас еще пойду пожить Сеню. Сень тут подглядывает. Вообще, ему уже пора спать ложиться. У нас утро быстро пролетело. Спали мы сегодня хорошо. Сеня вообще только, по-моему, один раз ночью проснулся поесть. А второй раз уже утром, там часов 6 было. Мы сегодня с Арсением вышли вдвоем погулять. Ну, как погулять? Я вышла, чтобы уложить Сеню и чтобы сходить до магазина. Сёма не захотел идти, поэтому они там с Серёжей играют после сна. Вот, и мы вдвоем. У нас такое сегодня яркое солнышко. Прям вообще светит. Сейчас в тенечек зашли, а так прям в глаза очень сильно бьет. На улице, в принципе, не холодно. Но хочется уже весну. У меня тут наконец-таки свершился завтрак. Мы сегодня проснулись в 6:40, но поела я только в 10. Вот сейчас ровно 10, я закончила кушать. Сенька у нас уже поспал первый свой сон, вон он лежит. Сёмка уже сходил в ванную. Он попросился, я его засунула туда с самого утра и сама там немного в ванной поприбиралась, раковину помыла, ну короче, так мелочи, даже не успела поснимать, потому что быстро Сеню положила, неизвестно сколько он сможет пролежать без меня, и пошла заниматься делами, даже не стала камеру ставить, но вот днем я вообще планирую позаниматься всякими домашними делами, а пока папа будет с детьми играть, а я попробую что-то поделать, заказала еще продуктов с супермаркета, но не вечером только придут. Тоже постараюсь записать распаковочку, не дам никому, потому что тогда Сережа разобрал и не успели. Сёма, ну у тебя там свет горит. Сейчас пойдем. А Сёма у нас, смотрите, что тут надела. Опа, видите на стене? Такие черные, зеленые следы. Как вы думаете, от чего они? Это Сёма взял вот эту пластилиновую машинку.
и решил, что нужно поездить. Сейчас будет оттирать. Пойдем за салфеткой. Будешь оттирать все. Сёма давал Сене рыбок, а он ее в рот пытается затащить. Вот, и он сейчас смотрит, прям так хорошо стал держать, разглядывать. И в рот попадать, только надо смотреть аккуратнее. Да, такие лучше в рот не запихивать, потому что у нее здесь гвоздики. Так что мы смотрим, да? Что там у тебя еще есть? Что? Это машина, это не акула. Что, Сенька, нравится тебе смотреть? Ой, какая акула. Ну, что забираешь-то? Дай другую тогда. Ну, здравствуйте. Давай другую ему какую-нибудь. О, забрал брат. Ой, какой негодяй. Сём, поделись другой. Да. Какую дашь ему? Маме. Какую дашь? Вот. Ну все, он пошел. На тебе тут. Так он не будет машинку, ему неудобно держать. Нам. Все, мам. Он не может машинку держать. Только смотреть, если. Че, Арсюха, нравится тебе? Понятно. Еще, кстати, спрашивали, играет ли Сёма вот с такой игрушкой. Да. Ой. Да, Сёма, только подальше отодвинь. Да, он играет, запускает их. Он и свои тут, и вот эти, которые в комплекте шли. Бам. Ау. Покажешь, как они катаются? Да. Ну-ка, покажи. Ого! Ой, застряла чуть-чуть. О, господи, ты у меня куда поскакал? Ну, Сеня просто пытается ползти, психот. А! Ой, опять застряла. Что у нас там застревает? Надо... А, там шлагбаум, точно. Тут маленький крикун ко мне добавился. Вот. О, там можно направление. Да куда ты ползешь? Толкается и толкается. Ау. Еще? Да. Вау! Опять шлагбаум, да? Кстати, вот сюда вот еще вода заливается, и потом она брызгается. Но у нас там что-то, походу, сломано, но какая-то еле-еле брызгает. Нам не повезло. Мам. Ау. Мам. А. Что там? Я не знаю. Интересно. Мама. А, там нет машинки, что ли? Ты не запустил? Как же далеко, скажи. Сенечка, это что такое? Я приступаю к домашним делам. У Сережи сегодня выходной, поэтому мне как-то проще с этим. То, что он может немножечко присмотреть за детьми, и там Сёмка на него отвлекается, ко мне особо не лезет. Но вот начала я тогда, когда Сеня уснул, Сережа его на ручках держал. Я убрала из ванны игрушки, с которыми Сёмка купался. И решила помыть дугу от коврика. У нас развивающий коврик, я его тоже выставляю на продажу. Также я успела помыть саму ванную и помыть баночки. На них скапливается вода и какие-то там разводы, поэтому я их тоже периодически протираю. И сам контейнер, в котором стоят все дозаторы, все помыла, сложила. И тут у меня села камера, и я пошла, по-моему, кушать, пока там сын спал. И после того, как уже все проснулись, я приступаю к мытью полов. В Сёмкиной комнате я так быстренько протерла
швабры. Швабра у меня самая обычная, из Ашана, и к ней я покупала сменные тряпочки. Сразу беру несколько тряпок, мочу их, использую, потом все промываю. И Сёмка уговорил Серёжу сходить в ванну во второй раз, поэтому они пошли купаться, а мы с Сенькой продолжаем мытьё полов. И я решила руками всё протереть, так чтобы плинтуса и какие-то там грязные особо местечки тоже затереть, какие-то пятна. Грязи здесь, в общем-то, побольше, и руками её проще убрать, чем шваброй. Я с Сенькой ходила на улицу и за всем не так, по линиям здесь, видишь, пальчиками, сейчас, подождите, пальчиками. Мама! Так вот, вот смотри, как мама, видишь, по линиям вожу, как дед на тетрадке делал. Короче, я ходила на Валберс, на Озон, забрала Сенькины подгузники. И взяла Сёме вот такую вот тетрадку, на Озоне заказывала, прописи. Тут, конечно, с 3 лет, но я купила для того, чтобы рисовать. Здесь есть вот такие вот геометрические фигуры, где можно рисовать. У нас пока что с этим проблемы, Сёма только более-менее как-то там криво-косо рисует. А то, чтобы рисовать квадрат и прямоугольник, пока у нас не получается, на. Вот, и... Сейчас, пока Сенька спит, Сёма попросил рисовать. Я, правда, села перекусить, но Сёма решил, что нужно порисовать. Сейчас попробуем, посмотрим, зайдет, не зайдет. Еще ждем доставку продуктов. Надеюсь, не разбудит Сеньку, потому что там через домофон будет звонить. А Сеня прям под домофоном спит. Бабу! Сейчас. Итак, пришел наш заказ. За все это мы заплатили 140 рублей. Ну, там бонусы с Мегамарта, которые там спасибо списала. Кстати, если нужно, оставлю свои промокоды. Но эти промокоды, они действуют на первый заказ. Я в комментарии напишу. Это не реклама, это просто мои промокоды реферальные. А, так, здесь у нас фарш. Буду котлеты делать. 2 курочки, молоко, кефир, Сёмины биолакты, мне йогурт. 4 упаковки макарон, потому что Сережа редко что-то кроме макарон ест. Ну, гречку, может быть, иногда и рис. Мы с Сёмой чаще едим рис, гречку. Сережа на макаронах. Дальше здесь лук, груши 2, яблочки, огурец, виноград, который Сёма уже тут хочет съесть. Взяла кукурузу, потому что хочу сделать салатик с... кукурузой и крабовыми палочками. Здесь уже Сережа вафельки поел. Вафельки, печенье и картошка, и 20 яиц. Все, вот такая вот закупочка у нас получилась. Мы уложили детей. И я сейчас думаю, что бы мне поделать. Вообще, по идее, надо было бы слепить котлеты. Но что-то мне так не хочется тратить время тишины на лепку котлет. Наверное, это буду завтра делать утром с детьми. Будет очень весело, интересно. Скорее всего, не за один раз. Но сейчас хочется отдохнуть. Сейчас наливаю себе чай. Покушаю салатика. Или йогурт. Или салатик. Короче, ладно, подумаю. Перекушу. И думаю, что закончу этот влог. И завтра буду его монтировать. Надеюсь, у меня это получится. И... завтра же он должен будет выйти, потому что последний раз в пятницу был, за выходные мало снимала, потому что выходные мы отдыхаем, Сереж дома, и за камеру я редко берусь. Вот завтра уже понедельник, как оказалось, я просто к Сёме собирались укладывать, я говорю: Сём, все, давай свой папу завтра еще поиграть, такая, вечером, потому что завтра понедельник, Сереж на работу. Короче, что-то дни пролетают вообще быстро, я ничего не заметила. Прошел день. Ладно, мы с вами увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.